Подобное событие на территории Брянской области можно считать беспрецедентным. В преддверии старта официальной предвыборной гонки в Бежецком районе собираются представители практически всех политических партий по одной из территориальных групп. Основные тезисы, которые включены в рамках предлагаемого соглашения, озвучены. Не допускать во время предстоящей кампании грязных технологий, быть порядочными по отношению к избирателям, не способствовать дискредитации оппонентов. Инициатором данной акции выступил общественный деятель Сергей Чесалин. Надо повышать личную культуру, вести себя цивилизованно по отношению к избирателям и своим оппонентам. Но а после окончания избирательной кампании, вне зависимо от ее исхода, победителю стоит прислушаться к мнению своих оппонентов, включить в свою программу развития Бежца все конструктивные предложения. Приглашения на подобную встречу были разосланы во все партии. В итоге за круглым столом смогли собраться представители «Яблока», «Единой России», ЛДПР и КПРФ. Позиция представителя Компартии Ивана Кулешова была поддержать идею подобного соглашения. Несмотря на предвыборную гонку, это позволит выстроить правильные отношения между кандидатами и избирателями. Есть выборы в Бежецком районе. Уже знают, что это депутат Бежецкий, а то есть какой-то депутат. А дело? Никто не знает. Да. Проблема на этой. Поэтому им тоже надо сказать спасибо. Молодцы, ребята, что наконец-то услышали и что-то пытаются делать. В ходе обсуждения все тезисы предложенного неофициального документа о правилах поведения нашли поддержку присутствующих. Личное общение вообще нас сближает. Одно дело дистанционно слышать и так сказать, дискутировать, да, другое дело ты рядом. Ты можешь, да, своего оппонента уже видеть в реалиях, да, как он относится к тем или иным событиям, а не в пересказе кого-то там. Нам и нужны вот такие вот встречи, нам нужно пытаться найти друг с другом взаимопонимание. И то, на чем я делала акцент в своем выступлении во время встречи, нам всем в этом городе жить, нам всем встречаться дальше. Мы не собираемся покидать его и улетать на Марс, на Луну, уезжать на другой конец страны. Мы будем здесь жить, а это означает, что все мы заинтересованы в том, чтобы выборы были честными. Также в конце заседания все собравшиеся высказали мнение о том, что инициатива общественного деятеля должна приобрести более широкий масштаб и получить применение на территории всего региона. Виталий Угримов, Иван Самошенков. События. Брянск.